возможно, когда-нибудь его снесут. Поэтому классно, что мы успели до него добраться. Это же очень милый робот. Вы посмотрите, у него есть глаза и рот. Но сейчас я на них смотрю и думаю, что это даже неплохо. Сейчас так делать не умеет. Почему-то на это очень приятно смотреть. Давайте сейчас посмотрим, что есть на этой масленичной горе. Где ждут масло? Можете тоже посетить, но я не буду. Неудобно им будет сидеть, потому что там кресло из металла. В общем, все рассказывают одну и ту же историю, что была какая-то тетка, ей было очень жалко его распиливать на металлолом, и она решила организовать здесь музей. Наши советские коммунисты посчитали, что Кант был социалистом. Окна просто решили нарисовать, как хитро. Здесь, говорят, на самом деле могилы Канта самого нет. То есть в этом гробу никто не лежит. Похоже на четырехзвездочный отель. Давайте посмотрим, что едят евреи. Видимо, обычная столовка. Они что, едят такую же еду, как мы? Чем кёнигсбергский марципан отличается от какого-либо другого? Янтарь, 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 янтарь. Потому что в Калининграде янтарь продается везде. Привет, это Time to Trip. Я на площади Адольфа Гитлера. Это значит, что мы в Калининграде, в самом западном регионе России, а также в самом янтарном городе. Янтарная шкатулка. Янтарная лавка. Янтарный Альбион. Энергия янтаря. Янтарный камень. Русский янтарь. Подарки из янтаря. Янтарный край. Янтарная орхидея. Ну что, разведаем, что здесь есть. Наше путешествие с вами мы начинаем с площади Победы. Я вначале сказал, что это площадь Адольфа Гитлера, и это действительно так. Но это было во времена войны Второй мировой. Сейчас эта площадь называется Площадь Победы. И здесь установили вот такую колонну. Кстати, еще недавно сверху здесь не было такой звезды брутальной. В честь юбилея Победы установили туда такую вот звезду. А раньше это была просто нормальная колонна. Здесь изображен Георгий Победоносец, который поражает вот этого змея. Площадь Победы довольно-таки уютное местечко. Несмотря на то, что это центр города, здесь ездят машины. Издалека, кстати, я не распознал сначала, что это за деревья, а потом, когда приблизился, понял, что это цветы в горшочках, сделанные в форме деревьев. А еще здесь растет рододендрон. А сейчас мы пойдем с вами от площади Победы в сторону улицы Ленина. Наверное, вы слышали в новостях, как в Калининграде к предыдущему чемпионату мира по футболу переделали фасады домов на улице Ленина. Обычные хрущевки они взяли и облицевали под немецкий стиль. Пока я здесь не был, мне казалось, что это очень ужасная идея и должно бы выглядеть просто отвратительно. Но сейчас я на них смотрю и думаю, что это даже неплохо. Вот впереди один из таких домов, переделанных. Кстати, это, наверное, один из лучших вариантов, как их переделали. Потому что есть и вот такие. Ну, вот это более скромный вариант. А здесь уже действительно в таком королевском стиле выглядит неплохо. Но, конечно, когда подходишь поближе, сразу видны все огрехи. Например, видно, что это современная штукатурка. В окнах вставлены обычные стеклопакеты, а где-то даже без делений на секции. А вот, например, качество работ. Я думаю, что эти дома долго не простоят. Ну вот так сделаны дома. Как вы видите, сверху сделали такие интересные конструкции. Но все это, естественно, декорации. То есть там в реальности нет никаких окон. Вот здесь нет никаких дополнительных пространств, чердаков. Все это просто такая декорация, лепнина. Вся эта крыша, она просто внутри необитаемая. Но если не вникать и не заморачиваться, то все эти дома выглядят вполне себе сносно. А сейчас мы с вами проверим, что скрывается за этими фасадами, что внутри дворов. Вот мы входим в арку. Здесь просто покрасили в те же цвета, что и с той стороны.
А вот как выглядят настоящие старинные дома. И вот эти здания, к сожалению, не восстанавливают. По Ленинскому проспекту мы вышли к самому неординарному зданию города Калининграда. Это Дом Советов. Оно было построено в 1970 году, и там уже даже в части здания, где-то в половине здания, уже был произведен ремонт, положен паркет. В общем, внутренняя отделка была вся сделана и должно было открыться. Но что-то пошло не так, и в итоге дом не открыли. И это превратилось в один из самых длинных долгостроев Калининграда. Снести его тоже сейчас не могут, потому что все-таки это является символом города. Возможно, когда-нибудь его снесут. Поэтому классно, что мы успели до него добраться и посмотреть на него, потому что это же очень милый робот. Вы посмотрите, у него есть глаза и рот. Здание Дома Советов было построено на месте руин старого немецкого замка, а также на месте руин имперского банка. Интересный факт, что в 90-х там были съемки фильма. В общем, есть такой фильм, который называется «Honey Baby». И там была массовая сцена дискотеки, гигантская, огромной дискотеки. И ее снимали именно в этом здании. Ну, еще интересный факт, что при строительстве, когда начали строить Дом Советов, там была обнаружена скважина с артезианской водой. Решили ее засыпать, потому что Дом Советов был важнее. Ну и сам этот Дом Советов был задуман как величественный такой памятник Калинину. За моей спиной руины замка Кёнигсберг. Этот замок был основан королем Атакаром II Пржемыслом. Это все откопали совсем недавно. В советское время здесь был каскад фонтанов. Ну и интересно, что на этом месте, вот в те царские времена, как раз немецкие времена, здесь был ресторан подземный такой, пивнуха. Он назывался «Кровавое блюдо». Сейчас, к сожалению, туда вовнутрь попасть нельзя, потому что все это признано объектом культурного наследия. В любом случае, очень крутое место было. Вот его фотография, как выглядел замок. Сейчас здесь вот такая штука стоит вместо замка. Лучше надо было сохранить замок. Если пойти чуть правее от этого места, то там сохранилась часть стены террасы от замка. И вот в этой нише стоял памятник Фридриху Вильгельму I. Сейчас мы находимся на Масленичной горе. Она называется Бутерберг. Почему она называется Масленичная, я так и не понял, если честно. Но во времена Кёнигсберга, когда этот город назывался Кёнигсберг, здесь была обсерватория. Стояла она где-то на вершине горы. Сейчас уже ничего нет. Как вы знаете, в Калининграде буквально все снесли, все, что можно хорошего. И единственное, что здесь напоминает об обсерватории, это вот такая памятная доска Фридриху Вильгельму Бесселю. Бессель — это выдающийся немецкий астроном, геодезист и математик, а также реформатор практической астрономии. Давайте сейчас посмотрим, что есть на этой Масленичной горе. Где ждут масло? Пожалуйста, здесь есть вот такой камень. Больше ничего нет на этой Масленичной горе. А сейчас мы пришли к местному парку Победы. Здесь слив воды, и вот видно, что это очень классное старинное сооружение. Вот здесь куски, оставшиеся от какого-то фортификационного сооружения, вот такие отливы. Смотрите, они на этих фортах взяли вот часовню, например, воткнули. Вообще, я думаю, что туристы за этим и приезжают, чтобы найти какие-то крупицы, остатки прошлого. Потому что если взглянуть на старые фотографии Кёнигсберга, можно удивиться, насколько все было красиво. И, наверное, хоть частичку этой красоты пытаются найти люди, которые приезжают сюда, туристы. Мне даже большое удовольствие доставило просто посмотреть на какой-то старый мост или там мост, где электрички ходят. Электрички ходят. Не дури. Не дури, падла. Все это старинное такое. Сейчас так делать не умеют. Почему-то на это очень приятно смотреть. А здесь такой шпиль, он напоминает Пенсил, монумент Пенсил.
А здесь такой небольшой каскадный парк. Впереди по курсу мостик. Все это напоминает гору Монжуик в Барселоне. Ну, немножко. Смотрите, какое интересное дерево. Возможно, это ива. Очень необычно, на ней расположены какие-то шарики. То есть растительность формируется шариками. Никогда такого не видел. Это очень красиво. Что еще посмотреть в Калининграде? Здесь есть старые ворота, которые сохранились от старого города. Вот, например, такие. Это железнодорожные ворота. Всего старинных ворот в городе сохранилось 8 штук, но было их всего 12. Сейчас во многих из этих ворот сделаны разные кафе, какие-то магазины. И так, видимо, рассчитывают на их сохранность. Возможно, что вам удастся посмотреть все 8 ворот. И это будет круто. За моей спиной железнодорожные ворота. Это часть фортификационных сооружений, которые были вокруг... В общем, вокруг города раньше была такая крепость. И каждый въезд в город... Это были уникальные, невероятной красоты ворота вот такие. Сейчас воротами являются только одни, то есть через одни ездят автомобили. А в части этих ворот сделали сейчас мини-планетарий вот такой вот. Можете тоже посетить, но я не буду. Смотрите, вы когда-нибудь видели парк, в котором растут подсолнухи? А еще здесь растет настоящий баклажан. В Калининграде нужно обязательно посетить музей Мирового океана. Что есть музей Мирового океана? Ну, в основном это какая-то списанная техника, корабли, самолеты, амфибии, какая-то торпеда. Вход в музей бесплатный, то есть здесь погулять по территории вы можете бесплатно. Но если вы хотите попасть на какое-нибудь судно, например, на подводную лодку или большой корабль, или вот этот самолет, амфибия, то вам придется раскошелиться. Но если вы бюджетный турист, то можно побродить и тут. Здесь, например, есть вот такая микроподводная лодка. Такая подводная лодка может находиться под водой всего 7,5 часов. И внутри могут находиться всего 2 человека. Неудобно им будет сидеть, потому что там кресло из металла. Можно простату простудить. Эта лодка называется Тритон 1М под кодовым названием проект 907. Она предназначена для того, чтобы доставить агентов ВМФ в район специальных операций. Здесь вам обязательно нужно посетить эту подводную лодку, чтобы увидеть, как некомфортно было спать морякам. Для этого же ходят все на подводную лодку на экскурсию, нет? Еще множество списанного морского оборудования, там маяки, буйки и прочее. Здесь такого добра хватает. Как любой обычный блогер, я должен вам рассказать, как образовался этот музей. В общем, все рассказывают одну и ту же историю, что была какая-то тетка, которой достался вот этот корабль бесплатно, видимо, может и платно. Ей было очень жалко его распиливать на металлолом, и она решила организовать здесь музей. И, собственно, вокруг этого музея потом постепенно выросло вот это все. Видимо, также ей в подарок дали списанные буйки. Благодаря стараниям этой тетки сейчас мы имеем в Калининграде такой музей. А эта штука полосатая, это такой спускаемый аппарат, который называется «Союз-ТМ». Он применялся, чтобы находить космонавтов, которые возвращались из космоса обратно. В общем-то, я себе с трудом представляю, как это происходило. Видимо, туда вовнутрь залезали люди и жили там. На стене этого старенького домика есть вот такая рисованная загадка. То есть это загадка именно тех времен, когда город назывался еще Кёнигсбергом. Загадка семи мостов звучит следующим образом. Как пройти по всем семи мостам, не проходя ни по одному из них дважды? И эту загадку не мог разгадать даже великий математик Эйлер. Но, как здесь написано, она натолкнула его на целый ряд
открытий. Музей Мирового океана – это отличное место для прогулок. Здесь классно приходить с детьми, потому что здесь множество детских площадок, различных зон. Вот, так что я рекомендую. По всему Калининграду установлены вот такие вот памятнички, мини-скульптуры. Они называются хомлины. На самом деле, что такое хомлины? Это что-то типа наших общеизвестных домовых. Это такие маленькие существа, домовые, по легенде, они живут рядом где-то с жителями, рядом с нами. И эти твари воруют, иногда воруют нашу еду. Всего таких фигурок по городу насчитывается 7 штук. Но обещали, что вот буквально на днях их станет больше в августе этого года. Не знаю, но знаю, что есть такой министр культуры здесь, некто по фамилии Ермак. И он думал, что это станет новой достопримечательностью Калининграда, и поэтому предложил разместить их. Возможно, Ермак как-то причастен к их распространению. Обязательно найдите всех этих хомлинов. Не знаю, удастся ли мне в этот раз найти всех этих хомлинов, отыскать, но я очень постараюсь. А это новая пешеходная зона, открытая не так давно в Калининграде, в 2019 году. Называется улица профессора Баранова. Раньше здесь были склады и технические помещения центрального рынка. Здесь, конечно же, была проезжая часть, и в 2019 году здесь замостили все вот такой клинкерной плиткой, красным кирпичом. Замостили всю дорогу, и сейчас здесь отличное место для прогулок. Что есть на этой замечательной улице? Здесь, конечно же, есть множество магазинов с янтарем. Янтарь. 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 Здесь есть огромное количество сувениров, брендированные футболки с Кёнигсбергом. Вот то, о чем я говорил, что здесь есть выход на центральный рынок. Но туда мы не будем заходить, но выглядит тут все очень в стиле 90-х. Здесь все выполнено в таком классном стиле, который любит очень молодежь. Все кирпичики, классные темно-серые элементы городской среды, лавочки такие модные. В общем, место для хипстоты. Еще один кусочек фортификационных сооружений 19 века – это башня Врангеля. Она была построена в 1853 году. Там за ней есть пруд, и это было самым слабым местом в обороне города-крепости. Эта башня, там написано «Der Wrangel», она защищала город от нападков. А здесь мы обнаружили еще одного домового хомлина. Здесь, рядом с башней Врангеля, я обнаружил блошиный рынок. В общем, здесь можно купить все старье, которое осталось у местных жителей. Сейчас мы находимся на верхнем пруду. И, как я говорил, в Калининграде огромное количество различных артефактов, разброшенных по городу. На набережной Верхнего пруда есть такие скульптуры морских животных. Они были сделаны в 1913 году. Смотрите, кого я неожиданно обнаружил здесь. Спиной еще часть старого форта. В наши дни в этом помещении находится музей янтаря. Если вы старая женщина и любите наряжаться в янтарь, то я думаю, вам будет интересно. Но, кстати, интересно и, я думаю, и нашему поколению, потому что там могут быть в янтаре. Ведь это янтарь, это смола. В этой смоле могут быть останки доисторических животных. Вот это меня больше всего интересует. Экскурсии по музею янтаря смотрите по ссылке в правом верхнем углу экрана. А это у нас Росгартенские ворота. Они были восстановлены после войны, и сейчас
используется в качестве ресторана, но выглядит очень классно. Там есть красивые барельефы. Здесь рядом, говорят, есть еще один хомлин. Хомлин бабулька. А сейчас мы с вами на острове Канта. В немецкие времена здесь был такой целый райончик, но, к сожалению, от него практически ничего не осталось. Остался только собор. Как сказать, уцелел. В общем, остались такие руины, которые было реально восстановить. И вот буквально несколько лет назад его восстановили. Почему все на острове было разрушено, и сейчас этот остров превратился в парк? Дело все в великом философе Иммануиле Канте. Из-за него как раз и сохранился этот собор, потому что наши советские коммунисты посчитали, что Кант был социалистом, что многие идеи, которые он высказывал, они были социалистическими. Они оставили его могилу, которая находится здесь же. Обратите внимание, здесь множество таких отверстий, дырочек. Часто любой собор нуждается в реставрации, и эти дырки просто для того, чтобы фиксировать леса, когда его реставрируют. Смотрите, вот это центральное здесь окно, а здесь почему-то имитацию оставили окна. Говорят, что это было сделано из соображений экономии. Витражи, которые вот вставляли вот в эти окна, это в те времена были огромные деньги, это было очень дорого. И, видимо, пытались сэкономить и вставили здесь такие обманки. Окна просто решили нарисовать. Как хитро. А давайте теперь посмотрим на могилу Канта. Здесь, говорят, на самом деле могилы Канта самого нет. То есть в этом гробу никто не лежит. Говорят знающие люди, что она находится в самом храме, либо где-то у стен храма, возможно, здесь. Вот эту такую конструкцию мемориальную сделали его ученики, которые несли его на руках прям сюда. Он хотел быть похороненным где-то в другом месте совершенно. Но его студенты, они просто не позволили это сделать. Они его сами притащили сюда и захоронили тут прям. И потом сделали ему вот такую вот мемориальную конструкцию. Вот я прорвался в собор. Смотри, человек, я тут ваш билет. Куда я пошел? Ваш билет. Сейчас, секунду. Я не понимаю. Стойте. Да. Ну что за ерунда? Это не делает люди, нормально. Уходите, попросите. Меня, конечно, хотели выгнать. Мне очень стыдно за то, что я сделал. Смотрительница, прости меня. А это синагога, которую восстановили, естественно, недавно. На этом месте раньше была новая либеральная синагога Кёнигсберга. Местные евреи накопили денежек и восстановили синагогу. Но она выглядит примерно так же. Вот фотография того, как она выглядела в Кёнигсберге. Но многие детали не повторены. Даже такой вид, в таком восстановленном виде, она смотрится очень круто. Эти постройки окружают в основном хрущевки, какие-то панельки. И это просто выглядит произведением искусства сейчас. А это дедушка Хомлин. Ну что ж, попытаемся зайти. В этот вход экскурсии платные. Стоит 300-400 рублей, вот. Но можно сходить в столовую. Давайте зайдем, здесь вход абсолютно бесплатный, конечно же, потому что это столовая. А вот, кстати, мы можем здесь посмотреть интерьеры, как внутри все сделано через стеклянную перегородку. Похоже на четырехзвездочный отель. Давайте посмотрим, что едят евреи. Видимо, обычная столовка. Они что, едят такую же еду, как мы? Еда совершенно обычная, я даже не стал пробовать, выглядит как
заурядная столовая в Санкт-Петербурге. За моей спиной еще один из символов новых Калининграда – это так называемая рыбная деревня. Но, конечно же, внутри ничего с рыбой связанного нет. Этот небольшой комплекс зданий был построен в 2006 году. На этом месте когда-то располагался такой рыбный квартальчик, где обитали рыбаки. Они здесь рыбачили. Вообще, что здесь есть? Это такой культурно-досуговый центр, музеи, рестораны, гостиница. Вот на верхних этажах все это гостиница. И также есть вот интересная башня, это обзорная такая площадка. Ну и, конечно же, в здании продается янтарь. Янтарь, 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 янтарь. Потому что в Калининграде янтарь продается везде. А сейчас мы поднимаемся на смотровую площадку. Билет, кстати, стоит 100 рублей. Довольно-таки бюджетно. Да. А здесь я сразу не понял, как действовать с этой картой. Ну вот написано «опустить», я решил опустить. Но это ни на что не повлияло. Турникет так и не открылся. Но в итоге я вышел из положения, просто дернул его на себя и проскользнул. В общем, это для вас лайфхак, как пройти бесплатно на смотровую площадку. Смотрительница, кстати, не очень там смотрит, она занимается продажами. На втором ярусе башни находится ресторан. Здесь находится какая-то выставка. Ну и, конечно, продажа всей этой атрибутики. А здесь выставка, вот эта смотровая площадка. И здесь есть выставка картин, старых фотографий Кёнигсберга. Сейчас лето, и в башне очень жарко. Хорошо, хоть можно выйти на открытую площадку. А это здание бывшей Кёнигсбергской биржи. Оно буквально нависает над набережной. Вот, и сейчас там находится музей изобразительных искусств города Калининграда. А это еще один хомлин, он называется «Мечтатель». Действительно, была отличная идея с этими хомлинами, потому что туристы реально ходят, их ищут по всему городу. И главное, что никто не может сказать, сколько их на самом деле. Но по моим данным, либо 5, либо 7. Мы с вами нашли уже 5 штук. Еще я точно знаю, что есть хомлин на улитке, но он находится где-то очень далеко. Не факт, что мы до него доберемся. В Калининграде рядом с зданием биржи есть фонтан. Я только сейчас узнал о том, что он, оказывается, поющий. Давайте послушаем его, как он поет. А это у нас Бранденбургские ворота. Это еще одни ворота старого замка. Единственные ворота, которые сохранили свое назначение, они остались действительно воротами, через них проезжают автомобили. В Бранденбургских воротах расположен музей марципана. Давайте зайдем в него. Там, кстати, говорят, есть на что посмотреть. Парусный Крузенштерн из марципана. Эммануил Кант и Дом Советов из марципана. Чем Кёнигсбергский марципан отличается от какого-либо другого? Тем, что он, во-первых, более обожженный, и поэтому у него такая корочка золотистого цвета. В отличие, например, от берлинского марципана, он был более темным. И в тесто добавлялось больше средиземноморского горького миндаля. И поэтому он был более острый и ароматный. Но на самом деле я попробовал местный марципан, и
особых отличий от обычного я не заметил. Точно такой же. Но здесь различные утвы, с помощью которой изготавливался марципан. Формы для марципана. Вот. Здесь различные упаковки. Есть и битые тарелки. Есть еще зубры. Борющиеся зубры находятся у технологического университета, который находится недалеко от площади Победы. И шахматы. Собственно, все, больше ничего нет. Можно идти покупать в этот магазин местный, который находится здесь же в воротах, при музее. В общем-то, этот музей создан для того, чтобы продавать марципан. Здесь, кстати, марципан чуть дешевле, чем в магазинах везде в Калининграде. Это лишь часть моего путешествия по Калининграду и окрестностям. Еще я был в Янтарном, Балтийске, Зеленоградске, на Курской косе. Совсем скоро ролики уже будут доступны для просмотра. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Молодой мой человек, вы хотя бы спрашивали, можно снимать это? Да. Ну что за ерунда? Сейчас подождите. Я... Сэнь-Пи-ТиВи.